Катя Иванович, вы, пожалуйста, сидите, присаживайтесь, сидите. Мы так, нам очень приятно сегодня вас в преддверии, наверное, самого светлого, самого святого праздника 9 мая поздравить вас с этим праздником. Музей замечательный был в 29-й школе. Постараемся сделать, чтобы это все восстановилось, потому что сейчас идет процесс восстановления, да, правильно, музеев. Важно, чтобы наша молодежь, наши дети, ну, знали, помнили, да, да, потому что это то действительно событие, неизвестно, как еще бы вся наша жизнь сложилась. Да. Ну, что могли, мы сделали, старались сделать, любя Родину, любя свой народ, большой и малый, как говорится, Родину. Большое-большое спасибо. Вот это чувство уважения к ветеранам, знаете, мне уже 90 лет, первая встреча, вот чувство, что именно такая любовь со стороны молодежи.